Вроде бы посовещался с помощниками арбитр Иштван Ват. Еще бы один повтор дать. Вот с этого ракурса посмотрим. 50 на 50. Если был толчок, то это явный пенальти. Это явное лишение возможности забить. Честно говоря, я бы поставил пенальти. Потому что подталкивал слегка. Подталкивал защитник Жальгириса Амали Пелегрина. Тот уже летел на мяч и явно доставал до него. Так, система ВАР работает. Действительно, сейчас будем все вместе смотреть с арбитром за этим моментом. Да, положил руку на плечо и акцентированно дернул. Дернул за футболку Жоль Бапесу. И считаю, что здесь скорее будет пенальти, чем нет. Кстати, параллельно матче Карабах играет с Ференцварошем, и там венгры открыли счет. В Азербайджане проходит встреча. Пенальти, да. О чем мы и говорили. Жальгирис не пропускает 7 таймов подряд. Папесу желтый еще получает. Но вот сейчас эта серия может вот так глупо прерваться. Так, смотрим за исполнением пенальти. Итак, у мяча Уго Фетлессен. Разбег Фетлессена. Удар. Без шансов для голкипера Эдвинаса Гертвонаса. 1-0. Буде Глимт повел в этом матче. Уго Фетлессен, автор гола. 22-летний атакующий полузащитник. Пришедший в свое время из Стабека по ходу сезона 2020. Естественно, поздравляю Буде Глимт с этим забитым мячом. Конечно, немножко обидно за Жальгирис. А то он, конечно, считает, что вчера был нарисованный пенальти. Ты о каком матче говоришь? Передача проникающая. Опа, это 2-0, да. Увы, 2-0 для Жальгириса. Забивает Амаль Пелегрино и начинает сыпаться литовская команда после этого дикого пенальти. Да, для Амали Пелегрино это 6-й гол в 4 последних матчах. 2-0. Он здесь получил техничный пас, разрезающий, аккуратный и сделанный по скорости очень удачно. Да, как будто бы так слегка наступил на мяч игрок Буде Глимта. Гертвонасу, наверное, предстоит поработать. Передача направо. Мугиша. Мугиша. Не хватило немножко хладнокровия и не хватило трезвой оценки ситуации 32-му номеру. Вроде бы все было хорошо. Пошла атака. Включился Амундсен, центральный защитник. Передача направо от Фетлессена в сторону Мугиши. Но тот начал обводить. Немножко далековато опустил от себя мяч. И подошла уже подстраховка в лице. Подряд не играет ничью. Последний раз ничья была 25 мая. Ой, какие ошибки пошли. 3-0, да. Очень легкий гол забивает Буде Глимт для себя. И забивает у нас
Ларс Сальвеса, центральный нападающий. Хозяев. Боюсь, что Жальгирис все. Из Лиги Чемпионов скоро выбыст. Ларс Сальвеса. Аккуратным, не берущимся ударом. С подъема с левой ноги. Трепыхает сетку ворот Эдвидаса Гертмонаса. Разгром в нашем матче для Сальвеса, кстати, это вообще первый гол за Бодø/Глимт. Он же пришел из Стрёмсгодсета. Буквально вот перед началом этой Лиги Чемпионской кампании. Итак, Амаль Пеллегрино навешивает опасно. Сейчас 4-0 вполне может случиться. Падает на газон игрок Бодø/Глимта. Но Иштван Ват четко показывает на угловой. Да, действительно, не было пенальти. Там успел сыграть в мяч Эдвинас Гертмон. Решение арбитра, так же, как и поддержал в эпизоде с первым 11-метровым. Там Бапесу подталкивал игрока Бодø/Глимта. Пеллегрино. Налево. Подача 4-0. Четвертый забивают футболисты Бодø/Глимта. И делает это у нас Мариус Хойбрата. Центральный игрок обороны Бодø/Глимта. Ну, если даже такие люди забивают, как Хойбрата... Ну все, пора Жальгирису действительно вылетать из Лиги Чемпионов, в Лигу Европы, может быть. Может, там все-таки полегче будет Жальгирису, хотя не уверен. Мариус Хойбратен отличается впервые в этом сезоне. Последний раз забивал еще в 2021 году. И это его первый гол в Еврокомпании. Вообще в Еврокубках в принципе. Он перерыв. Рига Жилвисета 1-0. Выборг из Дании обыгрывает Торсхавен из Фарер 1-0. Вольсберг Гзира Мальта 0-0. Дунайская Стреда Стява 20-30 с начала этого матча. Сейчас пятый может залететь вполне. Удар поворота 5-0, да. Рунар Эслерт забивает у нас пятый гол. Показательно издевательском стиле. Все, Жальгирис уже понятно, вылетает. Вылетает в Лигу Европы. Ну и там удачи команде Владимира Чебурина. Вон Рига же может. Рига обыгрывает Жилвисенте. Почему бы не попробовать также выступить Жальгирису? Тем более, что опыт есть хороший. Обыграли Мальмё. Espe